и тогда есть. Ты чё-то, ребята, да? Только дай камеру. Чё-то, да. Мне не даст ничего. Мне ничего не надо. Ну ты не спиной, ты уж совсем-то долго, ты не стоишь, это я же все-таки снимаю вас. Ты с объектив смотри. И рукой так махай. Привет, Скрип. Сейчас, нормально, стойте, я снимаю нормально. Сейчас, резко. Сейчас, я там молоко увидел. 24 раза. Все, ты же увлекся. Че он там снимает? Посмотрим, это сумасшедший. Нормально, ты зашел. Надо, знаешь, пап, надо, ты меня уж сукнул, сними, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Не, мотор так положим по капоту. С криком, ты что ж, сволочь, мою машину видишь, да? Большой, мощный машин. КамАЗ, КамАЗ. В автобус. КамАЗ. Где Марк, что-то? Сейчас? Ну вот немножко-то повернитесь все равно уж. Повернитесь сюда. Только на солнышко смотрите, потому что тень уже, а половина лица тени. Да, смотри. Это значит, откуда, наверное, снимать-то? Да, сейчас где, девчонки. Надо тебя, Саша, знаете, где, откуда? Надо вот вон там, где ели вот эти. Антон, я тебя крупным планом. А? Крупным планом тебя. О, да, да. Такие лица вообще. Садись. Да, давай. Бабушка там еще не дошла, дед.
Ну, ребята, классно получается. Думаю, уже пора кончать, а ты долго смотришь. Громче говорить, а то не слышно будет. Нормально. Шевелится. Нормально, все хорошо. Она ничего, это одно дело шевелится. Теперь тогда что делать? Да, надо посмотреть, что получилось. Тяни-то явно, нехорошо же. Тяни-то. Леня? Да. Снежки играют, бабушку пустите. Ее не видно. Ой, да не надо. Ну зачем ты, Леня? Да куча. Так. Нормально, хорошо. Нормально. Нормально. Лёня очень хорошо смотрится. Коля тоже ничего временами. Слушай, он так болеет все время, а ты ему сейчас это туда. Ты что, заложил. Я болею, так нельзя. Ну зачем ты? Лёня должен обтереться снегом еще немножко. А? А зачем ты капюшон надел? Он хочет мне засунуть. Да потому что это он засунул ему. Я не это сверху. Так, Лёня, пошли вокруг дома сейчас. Пошли вокруг дома, Лёня. Ему сверху зашил. Лёня, пошли вокруг дома. Давай, пошли. Должны обойти сейчас. Так, пошли. Так, обожди. Ты стой, чтобы я тебя видел-то. Не утыкай. Так, пошли. Пойдем, Коля, иди. Да не надо. Иди. Не скрывайся. Он тебя хоть снимет тут. Иди. Надо обходить. Вперед. Иди вперед. Пока. Ой, еще. Ты сам чуть не упал, да? Так, ну, Леня одел это самое на себя, балахон этот. Тебя не видно ничего, ну. Да, так, а так, что? Смотреть-то? А что смотреть? Иди, бабушка, вперед, давай, иди. Так. Идем. Только это на меня, да, вот так вот, да. То получается, что вроде... Сегодня живем зато. Зато натурально. Ничего, потом обратно. Прием наоборот. Да. Да.
А то почему ничего. Мы должны наоборот дед сошнавать. Ой, иди вперед, а че Коля, то вместе по. Не знаю, пускай идет, я же ему ничего не говорю. Пускай идет, все. Вот сюда. Да, на солнышко, Леня, выйди тоже на солнышко, чтобы на солнышке хорошо же видно. О, на качелях покачайся, как маленький, да, что там? Я покачаюсь. Давайте. Пальше. Да. О, ой, ой, как хорошо-то. Все. Грелка маленькая. Так. Но, ребята, на меня еще последний, последний удар. Все. Выключаю, пошли с... На сборе поговорим. Можно все, можно уже разговаривать. Да? Да, все. Идите ее показать. Идите сюда. Гера. Идите. Здравствуй, маленькая. Здравствуй, Гера. Да можете говорить громче. Не бойтесь, Виктория Ивановна, не бойтесь, она не прыгает. А она лает вообще, нет? Гера. Голос-то она может. Конечно. Так? Ну-ка вы скажите-ка ей, чтобы она или. Ну, сейчас она не совсем не хочет. Захочет. Иди сюда. Гера, иди ко мне. Гера. Гера, иди сюда. Гера. Так, да. Иди сюда. Ну я же. Иди-ка, я тебе дам что-то. Иди скорей. Вот мы ее снимаем, а это она и не думает. Гера, скорей. Иди сюда. Скорее, маленький. Она вот палочку-то у вас как-то дала. Сейчас я ее. Иди сюда. Вон, Гера. Возьмите какую-нибудь палочку. Это слишком большоватая, но мы сейчас найдем поменьше. Гера, на-ка себе палочку. На-ка. Ну-ка, возьми тетю Люду на палочку. Ну-ка. Так. Правда, немножко большеватая. Но да, великовато-то. Немножко большеватая. Но мы сделаем поменьше ее. Да. Мы ее сделаем поменьше. Она, знаете, в лес пойдем, она вот такую большую вытащит. Ну, тяжело носить. Так она ее будет гладать до сих пор, пока не перегложит. Не перегрызет. Угу. У нее такая задача поставлена. Да. Ну, неси сюда палочку, неси ко мне, Гера. Неси скорее. Ты что делаешь? Морковь там посеяна. Нет, это она. Гера, поверни сюда. Работает, молодец. Вот, хорошо, молодец. Молодец, хорошо получаешься, молодец. 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 Гера, ну-ка прыгни где-нибудь. Да вон у него малина, вон у них там старая малина, все. Металлические какие-то предметы. Да, у них вообще металла много. Иди сюда, Гера. Металлолома. Вот она у нее, это самая, это сухая лома. Сейчас я найду у Люды. Да у нее, по-моему, это обе. Ну-ка, давай мы с тобой. Может быть, вот это возьмем, дети Люды. Поможешь ей поработать. Так это вроде более-менее подходящее. Ну-ка. Так. Прыгай. Иди сюда скорее, иди сюда скорее, а то тетя Люда тебя знаешь как? Ну, скорее. Не подошла она. Значит, не разбавилась особо. Нет, ее этот... Это больше интересует. Ее эта палка привлекает. Видите? Да, она да. Сейчас откопает ямку, чтобы ей вот так ее взять. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Яму копаешь? Вот лагает на бородище. Погода сегодня у нас 5 мая. Погода плохая. Не надо плохо. Да не надо плохо.
ванне. А? Сейчас. Ну ты так уж стоишь, как по стойке смирно все равно. Да как не знаю, что это. Что хочешь, то и делай. Но по стойке смирно-то неинтересно стоять. Говори хоть что-нибудь. Число скажи, какое сегодня. Где снег лежит, покажи. Покажи, где снег лежит, а? Сегодня 5 мая, а снег еще лежит пока. Правда, осталось немножко. Вчера да. День был прекрасный просто. Прекрасный день, это единственный из всех майских. Ну пойдем вместе туда подойдем. Иди вперед. К дому к нашему. Ну вот. Давай. Опять быстрее. Ну вот. Пришли. Вот можешь рассказывать, что вот это была дорога. Так, давай, иди к дому. К дому идти, а ну ладно. Дом снять, а? Дом снять, да я дом-то уже сняли 100 раз. А? Дом-то уже снимали. Разве мы снимали? Ну ладно, все, я выключаю. Ну ладно, как бы. Начинаю. Thank you.
взгляд твоих черных очей. Давай.
извиняюсь, что там надо вступление мне, ты видишь? Другую сторону смотри. Повышать, ты видишь? А ты что здесь уже? Там график. Поехали, да, можете разговаривать, все нормально. Хорошая. Чтобы на меня она посмотрела еще. Так. Посмотри, посмотри на меня скорее. Посмотри, вот я тебя сейчас вот крупным планом тебя. Еще раз, еще. Посмотри на меня. Посмотри на меня, посмотри. Посмотри, чтобы тебя крупным планом снять тебя. Вот хорошая собака, умная. Умная, да. Вот, хорошо. Молодец, молодец. Хорошая собака. Хорошая собака, молодец. Ну, ну что мы еще умеем? Ну-ка давай еще попробуем. Ну-ка еще покажи, что ты умеешь делать. Ну-ка. Лежать. Во. Сидеть. Сидеть. Ну? Юта. Сидеть. Вот, молодец. Хорошо, ну. Молодец. Ты мне это. Не дома, ты. Да. Новые запахи тебя, это, конечно, да. Все раздражает. Да, раздражает. Конечно. Раздражает. Ну, хорош. Конечно. Хорош, хорош. Ну что ты, ну. Ну вот. Ну вот, наверное, этот фрагмент и достаточно, да? Далеко до тебя. Еще раз, какое число-то? 25 мая 96 года. Вот только вчера тюльпанчики открылись. Я хотел... Обычно они значительно раньше. Да. Потому что нынче вот очень холодная весна. Я специально заодно снимаю. Вон там сосна красивая очень. Вон береза красивая там, я заодно вот снимаю ее. И сосна там, что-то они... Береза и сосна, они Антонина Ивановна обе. Ну, какая разница? Вечером тень. Ну, давай посмотрим, где твои цветочки-то. Ну, иди, наклонись, посмотри цветочки-то свои. Я их не... Где они? О, наклонись. Самый хороший. Самый крупный. Нет, вот там тоже крупный. Где? Ну, посмотрим там еще. Так давай здесь-то еще что-то, смотри здесь. Так долго смотреть надо. Ну как, что? Красиво. Ты знаешь, какой недостаток здесь? Какой? Что я когда смотрю, я в черно-белом, я не вижу цветного сейчас. А это, к сожалению, не очень хорошо, потому что я не знаю, не выбрать объект никак. Вон синенькие еще цветочки какие, как они называются? Ну я забыла, как они называются. Знала, но забыла. Ну, сейчас пошли туда, посмотрим сейчас. Через год, может быть, вспомним. Поехали туда. Ладно. Пошли. Что мы с тобой здесь еще хорошего сделали? Что мы с тобой сделали еще хорошего? Да. Вот они. Где они? Во. Наклонись. Смотри. Я уже головой там все время смотрю. А, ну так ты на меня смотри, наклонись и на меня смотри. Ну вот. О, красивые цветочки. Хороший тюльпанчик. Вот еще красивый тюльпан. Ну потом будут еще и желтые, там и львовые. Разные они. Это первые. Красные. Да. А потом уже другие. И нарциссы другие потом. Да. Там вон там, когда вот выросли, пойдем твои это посадки-то, этих ребяток-то. Ой. Так, смотри. Вот они, да? Это кто это такое? Вот это вот. Посерединке. Редиск. Редиска. Редиска, да? Ага. Ну, она сама первая зашла, но уже она вырастает из парника уже. Да. Пленкой уже трудно накрывать. Да. Потому что будешь мять. Что еще ты делала? Ну, здесь вот салат, вот здесь вот. Где? Один зеленый. А, левее. Вот другой, эти вот, да? Правильно сейчас показываю, другой, да? Другой желтый ага. Салат. А этот вот салат, это первое. Где? Пороска. Это зеленый салат. Угу. Это капуста. Ну, понятно. Тоже начала давать только третий еще листочек. Яблони еще, и ничего нет на них, да? На яблонях вон еще только эти почки, да? Ну,
Что? Вроде бы цветов мало будет. Повернись немножечко. Первое будет мало, говорит, цветов мало на ней. Я очень вижу. Цветов нет, мало? Утренечки-то видно. Да нет, видны, что там, почки есть. Видно, да. Почки но есть. Холодосы. Нет, я не могу, что это такая, почему, а зачем? А это интересно. Это тем интереснее. За сеткой как это самое? Скажешь, чего это? А там не видно сетки, наверное. А? Вчера показывали артистов. Вы смотрели по НТВ? Это самое, все артисты. Лебедев там, Сенчина, 6 соток, Грузина. Им дали по 6 соток. И вот они там ковыряются. Где у них? А? Где у них это дали им? Да, в Грузино. А, в им дали, да? Да. А где им Грузино там дали? Я даже не знаю где. Только сказали, что в Грузино и по 6 соток. А. Значит, он, это самая Сенчина, еще, ну еще я забыла. А кто он-то это? Дмитрий. А, Игорь Дмитриев, да. Понятно. Такой граф, и одна Павлова сбежала, ее хотели показать, а вся эта комедия, она сбежала, что вот так одета, они одеты хуже нас, Виктория Ивановна, вы знаете, как они одеты, а это Сенчина. Шарко тут показали тоже. Сенчина на своих кошек говорит, я три кошки. Саш, принеси-ка мне. Сейчас принесу. А еще одна кошка, значит, у нее. Сейчас покажу еще. Там написано ласковый вопрос. Оп, поехали. Все, уехали. Поехали. А надо было еще снять. Ну, вот видите, по кошке сможешь смотреть. Ласковый вопрос. Ну все, ласковый молодец. Сегодня очень волнующий день. Да. Мы выбираем президента. О, молодец, все. Я только не это хотел, все-таки я вот это хотел. Цветочек красивый, он, понимаешь, он такой. Да псы белый он, а? Это ревень, да? Ревень. Какая разница, бог с ним. Ревень. А он цветочек. Нет, наверное, не видишь. Я и тебя вижу, все. Я все вижу. На фоне ревеня. А? На фоне ревень. Ну, на фоне. Тебе же не подойти туда. Тебе же не подойти туда. Подойти? Да. А ты подойду. Ну, давай, подойди туда. Это ноги были грязные. Чтобы на фоне тебя белого. Только посмотри потом на меня немножечко. А? Угу. Только на меня посмотришь потом. Вот так вот, нормально. Ну, давай, видно? давай. Ну, видно там? Ну, далековато, но ничего видно только. Ну, давай, подойду. Можно покрупнее было бы тогда снять. Ну, покрупнее, так куда? Вот сюда, да? Да, сюда хотя бы. Ничего тогда. Ну, давай. Земля уже надо. Ох, перейти. Какая. Видишь, он выше тебя вырос уже, да? Замечательно. Ну, вот. Так, у нас прям подряд будет. Только ты... Мы с тобой все время говорим, говори что-нибудь. Потому что неинтересно, когда так... Я-то говорю. Да, как называются цветы-то это? Или это дикие какие-то, голубые-то? Ну, они полудикие. Да нет, они не совсем, конечно, дикие, потому что в поле они не растут. Может быть, где-нибудь растут на юге. В поле они не растут. Да. Сегодня погода. К сожалению, вот они, так-то они черно-белые, а так они симпатичные, голубые. Когда мы сейчас будем смотреть, оно интереснее. А это васильки вот. Я снимаю, конечно, что же я делаю это? Васильки. Не даешь говорить мне. Говори, пожалуйста, васильки. Василек. Вон здесь много васильков. Угу. Вот. Дай бог, чтобы выборы благополучно кончились для нас. Ясно. Правильно. Ты волнующий такой политической, политической агитацией занимаешься? Нет, я не занимаюсь. Кого я агитирую? Я шучу. Тебя я шучу. Шучу я. Мы единомышленники, так что почти. Угу. Во всех понятно. Вопросах только. Понятно. Да вообще-то почти во всех.
Первые георгины. Да, ой. Это не георгины, а пионы. Ну, это. Первые пионы. Розовые, это ранние пионы. Вообще пока еще, только еще. Ой, сиренька там красивая, белая тоже. Сегодня. На заднем плане красивая белая сирень. А там где-то другая сирень есть. А вон она. А, вон она. Такая вон. Наш сирень почти ее не видно. Да, но она. Сейчас я увижу, обожди, вот она. Она немножко в тень попала. Да ничего. Ничего не буду, я просто улыбнусь. Давай, улыбайся. Молодец. Давай клубничку посмотрим сейчас еще, как она тоже. Вот она, клубника начала цвести. Цвесть начала. Везде она цвесть. Такого слова нет. А? Цвесть. Ну-ка. Слова такого нет. Ель-то вон какая у нас, елка-то какая. Ага. А? Который здесь цветет? Ладно, я пойду. Ну давай, беги, а я сейчас немножко вот эти вот. А? Даже непонятно. Кто это такой? Из какого кинофильма? А это кто это? Вот это, чьи глаза-то это? Из какого-то кинофильма, мальчик. А? Непонятно. И даже не улыбается. Где он, а он вообще, он умеет улыбаться-то или нет? Есть-то? Или не умеет улыбаться он, а? Когда это я тебя снимал-то, а, Павлик? Как ты думаешь? А, Павлик? Когда я тебя снимал, как ты думаешь? А, Павлик? Сейчас. Догадался. Молодец. Конечно, правильно, молодец. Молодец. Я сейчас снимаю, видишь, вот прямо. Вот такой ты уже и будешь. Сейчас тебе покажу, такой ты и будешь здесь же. Да. Вот смотри. Баба же так не поняла. Сидела и не поняла. Смотрю и думаю, господи. Павлик, сколько тебе сейчас лет? 6. А в школу пойдешь в этом году? Да. Значит, школа испанский язык? Да. И еще? Английский. И какой-то еще. Французский? Немецкий? Не помню. А ты сейчас-то уже немножко так... Ты знаешь алфавит, да? А читаешь даже, может быть, чуть-чуть или нет? Или ты нормально? Читаю. Да, читаю, ты серьезно читаешь? Прошлого года, года. Ничего года себе. Читал. Ну ты даешь. А какие твои любимые сказки? Ну, сказки-то есть любимые. А мультяшки-то какие любимые? Мультяшки нравятся какие-то? Три медведя. А кто? Чокнутые из мультяш. Больше всех. А что это такие чокнутые? Чокнутые есть такая... Да. Передачи там, по-моему. Я даже не знаю такого. Не передача, а мультик. Это мультик такой, да? Мультик. Да. Твой самый любимый, да? Понятно. Ясно. Ну, мультяшки понятно. А кто у тебя... Какие у тебя любимые политические лидеры? Скажи, пожалуйста. Политические лидеры. Ты их всех не любишь, да? Ну и правильно, молодец. Так и нужно. А спортсмены? А вот какой твой любимый вид спорта, скажи, пожалуйста? Футбол, да? И тогда такой вопрос еще. А вот ты мне скажи, пожалуйста, а кем бы ты хотел бы стать, когда вырастешь? Потому что в прошлом году, если не ошибаюсь, ты кем-то стал, хотел стать, не помнишь, Виктор Иван, кем он хотел быть-то? Летчиком или... Кажется, да. А в этом году как? Военным. Не, ну как, ну кем-то хотел бы стать, наверное, что-то тебе нравится какие-то. Просто дело в том, что ты сейчас скажешь, а потом, ты представляешь, пройдет так лет 20. И потом посмотрим, как вот твои, если у тебя есть какие-то мечты, как воплотятся они в жизни или нет. Или тебе пока все равно? Ты не сориентировался? А? Мне пока все равно.
А вот я помню, тебя спрашивал, а как ты сейчас думаешь? Вот, вот этот вот товарищ, который здесь сидит, кем он мне приходится, как ты думаешь? Вот этот, не, вот этот товарищ сидит, вот. Вот этот вот. Кем он мне приходится, как ты думаешь? Знакомый, что ли, просто? Нет? А кто же? Папа мне или кто он, как ты думаешь? Нет, не знаешь? А вот, а кто Виктория Ивановна мне, как ты думаешь? Кем она мне приходится? Ну, не дочка же она мне, наверное, или дочка? Не дочка. Это же не дочка, явно, конечно. А кто же? А кто же? А, это что ты делаешь себе? Ты посмотри, Виктория Ивановна, что делает, ты видишь? Он там. Видишь, она там хулиганит, да? Хулиганит она. Ясно. Ты, Павлик, извини, конечно, за глупые вопросы эти. Конечно, глупые, но зато все равно почему интересно. Почему глупые? Совсем, да? Не глупые, почему? Нет, нет, кое-где, конечно. Что глупые, нравится, да. Какие глупые. А как ты думаешь, какое лето будет, хорошее или нет? Думаю, что хорошее. Да? Потому что плохое уже было все время, да? То есть было холодно. Когда-то должно же быть хорошее. Было, да? За грибами ты собираешься ходить, будешь? За ягодами. Ну, за ягодами, наверное, все-таки какие-то будут ягоды, грибы. За водами точно пойду. За, ну, каждый вот, год ходит за черникой. Хорошо, да? Молодец. За черникой каждый тебя, а у тебя приятель-то здесь какой-то был? Куда-то его сейчас нет, куда-то пропал он. С мальчиком, что ли? Или девочкой, я не помню. У него Наташа. Есть. А, да? Ну, я не знаю просто. Нет, был мальчик. Какой-то мальчик-то, я говорю, был, да. Какой мальчик ты играл? С тобой. Втроем вы. Как его зовут, мальчик-то? Забыла уже, как его зовут. Маленького. Да, а? Маленького, да. Маленького. Да, не Кирюшу, нет, не Кирюшу. А который постарше был тебя немножечко. Ну ладно. Втроем вы играли. Угу. Тетя Надин-то, внук. Тетя есть Кирилл. Тетя Надин, внук. Вот. Тетя Надя, которая здесь живет. Владик был. Владик. А, ну, а Владик, да. А его здесь нету сейчас. Да? Его сейчас нету. Понятно. На каникулы уехал. Ну, а как ты относишься к тому, что ты вот очень, ну, нет, не совсем справедливо будет задать такой вопрос. Ну, ладно, хорошо, потом подумаю. Вот это называется интервью, форма вот, называется интервью. И мы это интервью пошлем куда? Ну, на телевидение, да? Ну, посылай сейчас прямо. Прямо сейчас послать на телевидение, да, что ли? Да. И чтобы он прямо, да, выступал там. Да. Серьезный. Серьезный мужчина такой растет очень. Очень серьезный. Такой сероглазый такой. Да, мужчина. Сероглазый, да. Ну ладно, все тогда. Интервью окончили. И волосы стали, по-моему. Все, хватит. Когда-то ты не видно будет. Так, ну, значит, наклониться, может быть. Ты не перекрывай цветы-то. Вот. Так вот. Вот. Все будет видно. Наклонись к ним поближе, любовно с ними поговори, поправь, да. поправь их. Самые красивые. Да. У нас. И сюда голову немножечко можно это поворачивать иногда. Красивые. Да. Ранние пионы. Да. И женит не только пионы и шпионы. У нас же еще и маки есть, еще да? Здесь, еще и больше. Маки есть еще. Ага. Пойдем к макам. К макам, ты как ты макам, там и смородина. Ну как, ну какая, вот я сейчас так и идем сюда вот. Подходи ко мне. Вот. Вот. Молодец. Здесь тени уже. А травы-то сколько здесь? Посмотрим. Травы нормальные. Хорошо, с травой. Без маки, да? Без травы нельзя. Траву не показывай. А? Траву-то не показывай. Где траву? А вот маки, вот они маки. О, красавец. Сюда? Мак. Вон они еще. Ближе. Только, их еще будет очень много. Да, конечно, они вон сколько их. Они так разрастаются сами. Да. Ужасно, скоро всю площадь занимают. Выживут все. Можем посмотреть, как у нас там эти огурцы или помидоры. Как их? Помидоры закрыты, не увидели. Да.
уже снимается все. Таня? Вот я этих снимал жучков, вот здесь разные ползают. Жучков снимают тут со мной, пчелок. Нет, и жучки, и там мухи. Паучки, тараканы разные. Пошли вон туда, к тем цветам красивым, которые выросли. И они были уже, но они сейчас просто... Вот особенно там, где их много, видишь? Вот, присядь к ним. А? Вот. Вот здоровается с тобой, видишь, здесь большой человек здоровается. Ой, Кирюша, здравствуй. Здрасте. Здравствуй, Кирюша. Вот такой. Чем ты занимаешься? А? Ты там? А там у тебя компания, ты там, ребята-то там, а ты здесь один. Да? Да? Они мешают ему там играть, да? Ясно. Здесь тебе спокойнее играть. Это он самостоятельно, да? Да, он самостоятельный, да. Ясно. Они там больше все, а он меньше их. Понятно. Он еще подрастет еще на будущий год будет, да. Как они. Да, Кирюша? Ну так что, вот я думаю, что вот надо этот и кушать. Вот, вместе, сбавить. Так да, но я же. Да. Вместе это никак, ну, никак, ты, да? Ты, не, ну, ну ты вместе подойди сюда, и все, вот и все. Нормально. Композиции так, я же показываю их. Вот они все. Цветы не видно эти. Видно, все видно. Подожди, надо и темп поставить. Попробовать. Попробуй поставь прямо. О. Вот, ты считаешь, что ты букет такой сделала. Вот, вот так вот, если на меня еще посмотришь, то вообще будет очень хорошо. Во. Ну вот, видишь как. Хорошо. Такие хорошие. Да и беленькие, и красненькие. Вот их сколько. Не красненькие, а видимо, розовые. Видимо, не розовые. А это вот еще бледно-розовые, вот здесь вот еще. Да. Вот такие. Пиончики. Да. Это тоже симпатичные такие. Они еще не распустились полностью. Да. Что, ромашки выдирать, что ли? Ничего не надо выдирать. Просто он красивый цветочек очень. Пускай он там какой-то бедный такой один. Можете, да, немножко вот навести. Сейчас куда? Я пройду здесь, вот на эту. А, вот. По этим? Ну, эти они еще, конечно, без кабачков. В кабак, что ли? Да, они без кабачков, но все-таки... Будут. Еще не цветут. Это кабачки будут. Цветы. Здесь важна общая перспектива еще, понимаешь? Они цветут. Она же поменялась уже, общая перспектива. И вот очень важно общую перспективу снять. Кабачком. Ну, я не знаю, может быть, они и отпадут, цветы эти. Да? Я вижу, что с кабачком. Ага. А здесь вот еще. Здесь пустоцветы. Все. Все будет. Не сразу все. Вот. Иди сюда. У нас самая главная работница убежала у нас. Я, да, задний план, подальше. Дело в том, что там уже выросло много всякой растительности. Сам на заднем плане. А? Этот, сам на заднем плане. Я сейчас снимаю себя. Можешь повернуться. Много, вся в цветах, вся в зелени. Сейчас ведь это же не то, что было в мае месяце. Все поменялось. Вот горох уже подрастает, да? Малинка уже зелененькая есть. Еще не цветет. А? Еще пока не цветет. Да, малинка зелененькая есть.
Яблони там. Пойдем, пойдем жасмин посмотрим. Как это называется? Жасмин. Жасмин. Правильно. Джасмин или джесмин? Я считаю, что жасмин. Ага, понятно. Ну вот видишь, хорошо хоть объяснила мне. Я считаю так, а может быть, кто не знает. А может и не так вовсе, да? Я запоминаю тогда, когда я читаю все. Вижу глазами своими. А на слух это можно ошибиться. Понятно. Ну вот. Ну что, сегодня у нас... А там стоит дата. Дату можно сегодня не ставить. Боже мой, она сидит у меня. Кто? Оса. На носу? Нет. Вот 22 июля сегодня. Видите, 22 июля. Не летняя погода. Надо соседа мальчика тоже захватить сейчас. Они все-таки вместе, вдвоем. Рядышком соседи. Военные, да. Военные, да. Василий Сережа Алексеевич. Это с одной стороны, да? Вот, и вот новые соседи добавились, да? Алексеевич. Ну вот. А? Что ты говоришь? Кто спортом занимается? А, они занимались. Ты привяжешь сейчас, да? Ну сейчас я заберу их. Мне уже на комары там заели. Что надо ее не жевать, а нюхать. Наверное, нюхательный табак. Я так думаю. Да. Заинтриговал меня ужасно. Приехала Витя, мы очень рады. Он бороду отращивает, Витя. Да, вот он отращивает. Да нет уж. Отращивает, отращивает бороду. Видно. Вон Витя даже Виктория Ивановна перерос уже ростом немножко. Даже. Леня тоже бороду отращивает, можно посмотреть. Кто? Леня? Да. Тоже отращивает? Да, у Антоши нет бороды. Да? А что это вы какие-то кислые стоите? Сонные. Как сонные? Нет, давайте, давайте. Послушайся. Давайте какую-нибудь там потасовку устроите, там что-нибудь там такое. Ну конечно. Сыграете во что-нибудь. Вот так. Вот так. Вот, давайте веселее. Давай, давай. Давай немножко видим тоже. Борода, вот видите, но вот она крупным планом, чтобы она была. Это очень важно. Ехали. На кладбище сколько времени ехали? Ехали. Обратно с кладбища 5 часов только сели. 5:08 электричка была. Да? С утра. А что-то Леня стал ростом меньше уже тебя, я смотрю. Пересадка. Как-то он. Я не знаю. Я смотрю, меньше тебя ростом стал. Он как... не позавтракал, говорит. А, ну понятно, да. Понятно. Сашуль, давай мы тебя теперь снимем. Ну давай. Включил, да? Да. Вот я являюсь центром этой композиции, вот этого букета, понимаете ли. Вот. Это у нас букет.
каждый из этого букета достоин вообще большого уважения. Вот это вот, пожалуйста, это дюймовочка у нас, да. Дюймовочка — это самый, ну, симпатичный цветочек. Вот такой, вот, маленький, который, да. Толстенький. Да, вот это у нас нарцисс. Вот это, нарцисс, да, нарцисс. Вот это у нас тюльпанчик, маленький тюльпанчик. Да. А вот это у нас, кто у нас, вот это, кто это? Кто? Вот это кто? Пион. Пион. Это шпион, ты имеешь в виду, что ли? Нет, он разведчик. Пион разведчик. Он как разведчик приехал для того, чтобы... Пион. Да, пион, пион. Это букет, да, букет таких цветов. Алёня, а кто Лёня действительно у нас? Алёня, наверное, Василёк у нас. Нет? Василёк? Нет, не Василёк. Колокольчик тогда. Мальчик-колокольчик. Так вот назовём. А ты сам-то кто? А я самый главный цветок. Какой самый главный? Да, только единственное, что у вас как группа уголовников примерно, вот так вы смотритесь так. Потому что такие все грустные, причем, да. Шпион сидит. Лента заканчивается уже, да. Немножко. Шпион. И вот один шпион сидит. Шпион-рецидивист. Потому что он еще затращивает бороду. Нет, он разведчик. Он не шпион, он разведчик. Это более современно и более солидно все. Нет. Что цветок — это пион, да. Цветок, да. Все ребята симпатичные, но все шпионы. Вот особенно в темных очках, это точно. Это резидент. Это резидент, да. Очень серьезный. Да. Витя, он настолько серьезный сейчас, да. И Витя серьезный, да? Да. А мы зато хихикалки какие-то. Да. Сейчас, ребята, сейчас заканчивается, сейчас один момент. Давайте очки. Меня сейчас на другую пленку, подожди. Да там совсем нос-то другой. На другую пленку меня сейчас. Кооперация. Я пока что только Лене доверяю снимать, потому что он правильно все это делает. Он довольный такой. Я когда его похвалил, сразу такой весь гордый, такой внутренний так горд. Да, внутренний гордый. Ну, потому что Леня уже заслужил доверия, и поэтому его можно. Сейчас последние секунды. Он уже говорит так. Ну, где-то, по-моему, в 94-м году. Ну, как работа. А что ты там делал в Котовске? Ну, там все нормально, все хорошо у них. А кем ты будешь, когда ты вырастешь? Это же приземление вопрос. Это прием увидим. Я так куда ты принимаю. Это я шучу, конечно. Я шучу. Загадок это делать не стоит. А ты в саду был у них? В саду? Был. Был, ну и как у них там? Это уже Виктория Ивановна выступает в роли разведчицы сейчас. Она все узнает все эти... Клоп много. Да. Что там они сажают еще? Короче, разные там, огурцы, да. Помидоры выращивают. У них тепло там, у них растет, да. Не то что... Задавайте вопросы, пока он говорит, потому что это... Давайте. Пока есть время, да? Да, задавайте. Значит, ты летом был там, да? Летом. Кто был? Света была там? Была. Максим. А сейчас вы за границу собираете ехать? Я тоже был, да. Собирается за границу, даже куда и я. Ты должна вылететь. Так, ребята, что мы должны с вами сейчас ответить на какие вопросы? Зачем мы с вами живем? Зачем мы живем с вами? Я не вообще имею в виду, на даче я имею в виду. На даче мы живем для чего? Для того, чтобы надышаться, наваляться, напиться, наесться и... Чего? И что еще? Мне понравилось. Воды хорошие, да. И грибок насобираться. И насобираться, да. И напаяться. Ой, нет, напаяться нет. Накупаться, наваляться и на... Наесться, да. Ягод еще. Да, да. Правильно я говорю, Витя? Правильно, да. Не хватает двух. Чего? У меня не хватает или что? Или у тебя не хватает? Чего двух не хватает? Чего двух-то не хватает? Всего хватает у нас. Лёне только не хватает, здесь не сидит. Все. Спрятался. Лёня занят. Лажик. Да? Он вроде делает вид, что он очень занят. Но он спрятался. Мы, кстати, собрались вместе, вот, с Витей, я имею в виду, 6 лет назад, да? И примерно в том же составе собирались. Помните, да? Фотографии даже есть. Примерно тогда еще была тётя Галя была, да, кажется? Тётя Галя приезжали тогда. И Стасик вот. А еще был. Фотографии? У меня что-то фотографии нет. Фотографии где-то есть. Какие? Они на слайдер, кажется, если нас не ошибаюсь. Да, наверное. На слайдер. Я потом слайды пересниму, и у нас будет нормально, можно будет на пленку сделать. Так, тетя Таня, скажи теперь, пожалуйста, в чем смысл не жизни, а в чем смысл собирания грибов? Это так увлекательно. Да, мне это так нравится, я это не умею делать. Технология. Значит, я собираю сканер вообще. Разработать сканер для собирания. Что такое сканер? Сканер — это такая штучка, идешь, маленькая такая финтиклюшка, и она сразу, как гриб сразу, она сразу чувствует, она начинает лампочка мигать. И пи-пи-пи-пи-пи. Чтобы была настройка. Когда белый гриб, она пикала пи-пи-пи.
Когда подосиновик, она будет пикать пи-пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи-пи. Отлично. Когда подберезовик, она будет пи-пи-пи, пи-пи-пи. Методику мы не будем разбирать. И лампочка загорается. Скоро плакать. У нас уже она... Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все эти... Чего? У вас мало времени, скоро пленка закончится. Все до самого конца. Бегут под елку. Видите, очень серьезно. Куда? Зачем под елку? В туалет? После этого, да. Технология с обиванием ягод должна быть особая. Черники. Вот у нас специалисты, вот дюймовочка у нас. Пособирать. Обозвала. Вот, мы вместе, значит, вот чернику собираем. Это очень... Чернику собирать, там рассказано. Мы, кстати, мы выращиваем на участке, грибы выращиваем, я потом покажу тебе видео. Да. Грибы выращиваем на участке, чернику выращиваем прямо на участке и собираем. Татьяна Игоревна каждое утро идет, собирает грибы. Это немного времени занимает, всю минуту там, это все описано в фильме очень. Как делать, как сажать, как окучивать грибы, все это есть очень хорошо описано. По-моему, и ягоды тоже, растет, да. Наверное, а черника, наверное, растет, кстати, да, действительно. Черника сейчас кого тебя съест? Кого? Леня. Леня, да? Да, у него на руке, на правой. Он должен до конца выдержать все это. Это да. Тоже очень важно. Да. Очень важно, до конца все. Ну, комар здоровый, он уже, смотри, толстеет. Да. Там дата стоит, Леня, да? Да. Ну, все, там, с датой тогда. 23-й сегодня. Леня, комар, он уже толстеет. Вчера мы были на кладбище, ездили. Вот терпеливый какой, ну смотри, комара. Да. Вот. Вот так вот мы и живем. Здесь летал, летал туда. Да. Так да. Это и есть правда. Красивые мы, Леня, скажи, да. Честно, со стороны, как да. Тебе кажется? Да, очень симпатичные. Красивые, да? Все да. Вот нормальные, все такие. Вот. Видите, ты специально нас... бороду отращивают для того, чтобы стать настоящим видишь, резидентом. Видишь, я смотрю, такой загорелый, на даче не жил. Ну как не жил? Так он купается все. Они участок, кстати, снимают, да. Сейчас это, хотят, собираются, да. А-а-а. Но он, правда, сказал, что 1 гектар. Я говорю, такого быть не может. Значит, очень картошку накопать. Да не, гектара не может быть, в любом случае. Ну, участок взять, можно... взять участок, они хотят. Не взять, они именно как-то покупают, да, участок. Да? Садоводство, я так понял, да? Садоводство, да. Участок, да? Да. Вот, ребята. Когда в Горький не поедете, все будете на даче. Да? На Украину еще не поедешь. Еще один шпион появился. О, шпион еще один появился, нет. Да. У нас все шпионы здесь вообще, я смотрю, группа шпионов такая. Все матерые шпионы все, да, разведчики. Да. Но самое главное, это вот у нас, конечно, на комару, которого сидит на руке. Это, два комара, да, у него на одной и на другой страдалец, руке. Настоящий страдалец. Да. Там пленка заканчивается. Да, уже, я, она говорит, я, что пленка заканчивается, Леня, да? Да. Говорит, заканчивается пленка, ваш час пробил. Она уже говорит, долго говорит. Ваше время ваше и стекло. Ваше время... Нет, стой, обожди, уже должен полностью закончиться. Нет, я хотела просто с комарами разобраться. Нет, с комарами не надо, обожди, до конца. С комарами выпускает мед. Мы потом его покажем, этого комара, крупным планом. Ваше время и стекло, она говорит. Вот так вот, ребята, мы и живем. Живем мы хорошо. Конечно, когда мы жили вот еще в те времена, время... Да? Да. Я ее... Она пока и есть еще. Да. Малина. Так, помню. Да. Малинка. Вот. Сегодня уже 30 июля, и она только начинается. Да, если она... Неделю тому назад еще было так, это сейчас более-менее. Тогда было мало еще совсем. Ну, день за день. Погода пока стоит ничего такая, приличная. Дай бог, если бы она и дальше продолжалась такой же погодкой, тогда может быть что-нибудь еще. Да. Конечно, уже не то, что... Горох, вот видишь, уже молоденький, да, чуть-чуть? Ну, гороха-то еще пока еще нет, там просто стручки такие. Ну, нет, ну они маленькие, да. Пустые стручки. Да. Как, ну они, да, ну как, ну уже все-таки какие-то появились. Ну, какие-то появились, но еще им надо делиться, делиться, делиться. И у нас, ты на фоне еще этих ягод ириных от красной смородины получаешься. Да, ну вот тогда и хорошо, мне не надо больше ничего. Вон-то, вон ее хорошо видно отсюда. Красные такие ягоды. Большой куст. Да, да. А вот еще черная смородина, еще она только чернеет, поэтому. О, молодец, ты хорошо собираешь так. Профессионально. Да, очень профессионально. Да.
куда профессиональнее, когда в рот собираешь, это совсем профессионально. Да, в рот, конечно, приятнее. Что и говорить. Но ягодки есть, это уже хорошо. Я к тому кустику еще подойду сейчас. С той стороны. Да. А яблок нет. Вот что хочешь, то и делай. Вот еще смородину черную хочу. Она только еще начинает. Ничего не делает, теперь когда будут. Черная смородина еще только начинает чернеть. А яблок почти нет. Вон одно какое-то маленькое сейчас только. О, одно. И все. И больше яблок. Вон еще там два на конце, кажется. Ничего нет больше. Вот ты в зарослях. В зарослях. В зарослях, да. Давай. Была ягодка и нет ягодки. Была ягодка. Пока еще здесь. Была ягодка и нет ягодки. Была ягодка и нет ее. Да, я не вижу. А, так ты ее... Нехорошо ты сделала-то как. Взяла и съела. Все, нет. Да. Сколько ты справа, то уже покажи-ка. Мало еще. Будем все собирать. Так собираю, что? Зачем? Так а что, они завтра падать пойдешь, начнут уже? Да завтра пойдешь и... Или вечером сегодня пойдешь и съешь. Да ну, зачем они так не хранятся? Ну ладно, вот 5-минутный сюжет, по сути дела. Сейчас еще 30 пока секунд еще тогда. Не снимаем еще Марину еще. 30-секундный сюжет. Ничего с нее не делаем. Ну, сейчас еще. На огород еще проедусь. А помидор нет. Вон эти. Помидоры? Пионы до сих пор так долго, да? Помидоры? Пионы долго. Что долго? Там они уже гниют. Капуста что-то начинает немножечко чуть-чуть. А? Так, у капуста начинает чуть-чуть. Вот цветочки какие-то красные есть. Как большим это здание? Цветочек красненький. Вон бабочки летают. Бабочки хорошо, когда летают. Вот. Что еще снять? Вот. Настурция вот. Цветочек. Настурция. Вот, какие-то красивые цветочек. Ромашки, само собой. Кабачки. Скорее Ивановна вот собирает ягоды. И ест, главное, все ест и ест. Вместо того, чтобы собирать, она ест ягоды. Ужас.
сразу. Умничка. Спокойно, спокойно. А то сейчас все останется вам на память. Такое неприличное. Мы не ругаемся, мы раздрёбанные, не накрашенные, не делай ничего. Тихо, отпусти. Не снимай зря. Ты не накрашен? Кто не накрашен? Я ничего. А я вас не снимал. Большое спасибо. У меня и волосы раздрёбанные все, и все это самое. Честно, когда вот причешем, тогда и снимаем. А нам надо уходить будет тогда уже. Не закрой, я говорю, у тебя не закрыто это самое домик. Ну сейчас. Вот ты все вот это записывает с точки. Как ты так вот. Ну потому что действительно это самое забудет потом все. И такой же рассеянный, как пыль. Я ничего не забуду. Я вообще никогда ничего не забываю. Это кто идет? Кто стучится в дверь ко мне? С толстой сумкой на ремне. Сейчас. А это медведь чей? Владика, что ли? С оторванной головой, да? Скорее всего. Надо же. Обалдеть. Я иду, все.
Автобус пришел. Вот я и говорю, что мы не успеем. Ну так надо, скажи, поторопи. Че поторопись? Торопи, не торопи. Все равно не успеем. Почему не успеем-то? Ну как она может торопиться туда? Ее бросить и сейчас убежать, и ну, ничего не забыть потом все. Да? Торопиться. Не знаем, тоже будем на это здесь. Сколько времени. Встаньте хотя бы, но везет-то встречает стол всегда, что же вы так? У нас близко стоит стол.
Все равно вставайте. Да, это какая-то... Это интересно. Отлично. Спасибо. Ну ничего. Давай, бери скорее. Антоша, я снимаю вас. Женя. Давай, с Новым годом, товарищи! С Новым годом! Да! Ура! С Новым годом! Дядя Саша! Было все, удачно, успеха! Давай, камера! За меня, правильно, вот догадались, молодцы, что взяли за меня! Давай! Так, ну взяли, молодцы! Да, на! Я снимаю, ты же видишь! Ну заканчивай снимать! Да, не, я снимаю, не надо! Ну все, пьем! Да! Все, с Новым годом! Все! А у меня еще 2 минуты осталось на камере и точные часы. Так что Новый год сейчас будет по моим часам. Вкуснее, чем импортные. Наши шампанское все-таки. Так, Сашу, правильно? Ну, все ребята молодцы, хорошо. Елочка еще, елочка. Он Леня специально украшал ее. Елочка, елочка выросла в лесу. Холодно зимой. А потом, когда хоровод начнем водить, Леня мы оденем Деда Мороза, а теперь они будут Снегурочкой у нас. А Антоша Снегурочка. У меня на моем ровно. А ну как салат получился? Попробовала. Еще раз поднимать? Нет. Можете поднимать. Я духовку забыла положить. У меня сварила, и не забыла. Ну, у меня уже Таша устала, мне уже сильно. Вот. Это все ваши, вот ваши все эти приготовления. Это кого я сейчас показываю? В рыбе, что это в рыбе такое? В рыбе рыба. А это яблок, что ли? Это яблок с нашего участка или не с нашего участка? Это все наш участок, ты же сам знаешь. А там вот что, лежит грибы, кажется, да? Нет, грибов нет. Нет? Где грибы? Нет, там морковка. А то эти маленькие огурцы. Бери, привет, тоже. Сейчас начинаем. Кто Ивановна внимательно следит за этим делом? Да не хочу, да. Ого. Такая сейчас. Не нервируй меня. Не мули. Начали. Лёня, спокойно. О, вот и все. Ты цел? Ну что, сразу не попал. Как Лёня? Ничего. Лёня, нормально? По моим рукам, все нормально. Ему не давалось это. Вот. Нет. Это сложности. Юрий Михайлович, я... У Шопена есть сложности это переходами. А вот Григорий...
Сегодня просто у меня давление это самое высокое очень было, поэтому у меня вот. Вот ни одна пластинка не сравнится ни с какой игрой. Руки трясутся, понимаете? Да. Вот, вот. Саша, ну я не знаю. Давайте. Все. Вот сегодня 12 апреля, зима в самом разгаре. Можно посмотреть. Солнце, правда, вот есть немножко, чуть-чуть. Но зима в самом разгаре. Ребята катаются на лыжах. Чем ты говоришь, я не понимаю. Какой водки? Рюмочку водки, это хорошо. Или коньяка. Темно очень. Саш, клади камеру и бери в руки. Сейчас, темно, ничего не видно абсолютно. Ага. Открыть окно. Нет, как раз темно, потому что на фоне света яркого. Да. Но здесь ничего не сделаешь уже, да. Ладно, все. Так, давай. Включил, да? Да. И запись уже идет? Да. А там дата-то стоит, Лёнь? Ну, сегодня 20-е, 7-е, 7-е. Да? И время стоит 12 часов, да, около 12. Ну вот, видишь, хорошо как. 20-го, 7-го. Вот огурцы я выращиваю, занимаюсь выращиванием гибридных сортов огурцов. Занимаюсь здесь вот. Вот они. Ежедневно поливаю, закрываю, открываю, закрываю, и закапываю, и откапываю, и окучиваю. Все это делаю сразу. Вот мои помидоры, в смысле, капусты. Выращиваю. Очень много занимаюсь такой вот работой, просветительской работой занимаюсь. Веду передачу для вас, любители садоводы. Вот. Вот. Так что работу большую проводим здесь. Хорошо. Ну и, наверное, хватит. А? Вот они разного цвета, эти гвоздички, или как их называют-то. Ой, кусается ты как, паразит. И разного цвета причем. Меня уже сняли уже, трусики. Так близко меня не надо. Так Лёня подошел бы поближе, а то его и не видно совсем. Конечно, надо вместе. Во. А? Впечатлит твою прическу, наверное. Он улыбается еще. Вот хорошо. Открой, только солнце не манут. Так а что ты не можешь? Конечно, дальше немножко от солнца. Знаете, чтобы сопли. Ну только пятерка, смотри, это пятерка-то. Не раздави эту пятерку. Да. А где ваши сумки? Ну давайте, берите сумки, идите, я вас снимаю. Я снимаю, как вы берете сумки свои и как вы убегаете на автобус.
прибежали. Да, вот Леня куртку свою берет. Шубу забыл, правда, еще, кажется. Да. И, ну, валенки, давай, валенки оставил. Ага, валенки оставил. Ты мне целовать будешь, дядя Саша? Да, дядя Саша, до свидания. До свидания, дядя, давайте. До свидания, ребят, давайте. Давайте, бегите. Вот. Вот они пошли так и пошли. Солнцем палимые. И пошли они солнцем палимые. Ручкой помахайте. Вот, молодцы. И пошли они солнцем палимые. До свидания, да, да, пока. Пока. Да ты посмотри только на Сашу, а не туда. Вот и срывай его. А? И срывай его, и смотри на Сашу. Да его не видно. Так, поднимайте голову, так, улыбайтесь, пожалуйста. И рассказывай, как ты выращиваешь, как ты добилась таких поразительных успехов. Должна рассказывать. Это отдельный фильм будет, теперь ты, да. Давай. Как ты добилась поразительных успехов, рассказывай, таких. А теперь показывай это самое, что ты там показываешь-то конкретно, я не вижу, что ты показываешь. И показывай. Серьезно, я их не вижу просто, а вот. Читай, близко подошел. Я же это снимаю. Это не близко, это издалека. Да. А, вон, вижу, один увидел, он еще что-то увидел я. А? Да не важно это. Ты поставил дату. Все стоит, 26-го. Да. Давай, что ты еще хочешь показать-то? Ну? Что показывать? Рассказывай что-то. Рассказывай, ты не так ничего. Ну как? Тань, ты забыла свои функции, что ты должна делать. Я уже ушла. Вы уже теперь сами улыбаетесь. Вот, отлично. Видишь, как хорошо. Привет. А вы, пожалуйста, да, две функции выполняете сразу. Вот и так, яблоки растут. А надо вот когда яблоки были. Когда яблоки были большими, маленькими, в смысле. Цветущими, когда были. Цветущими. Какие они цветущие? Когда были цветы, тогда и надо было я не траву, а ромашки снимаю. Мам, я вот столько оставлю. Мам. Эти ромашки не эти. Мам, что ромашки, а? Я вот столько фаршу оставлю. Не будешь, говори. Потому что это не... Ну как ты добилась-то их? Яблони покажи хотя бы. Какую? Я уже показал яблоню. Одну. Я и все показал. Да, вот она. Это свекла. Какая она свекла-то? Сорт ее какой? Бордо. Бордовская, что ли? Нет, не бордовская, а бордовская. Не бордовская, а бордовская, я говорю. Или барбадосская. Ты болтун просто. Я не болтун, а я специалист. Агротехник, можно сказать. Да. Как и выращивать ананасы и грибы. Да, свекла бурно растет. И чернику еще. А? И чернику еще. Да. Ну что, может на фоне малины? Это малина пока еще. Нет, зачем?
ты, когда... Обожди. Закрылись цветы, да. Пиццу обсуждаем. 21-го мы вчера собирались. Так, и Сашуля, давай теперь еще и ты тоже. Обожди, так ну сейчас мы доснимаем. Он уже прошел, да? Нет, он уже прошел. Нет, не торопитесь. То, что говорит, все там все записано. Поэтому матом не ругайтесь, пожалуйста, здесь. Нет, мы не будем. Не будете, да? Я только не забудьте, пожалуйста, товарищ. Да. Кинооператор. Да, очень что? Плавный, подальше. Издалека. Хорошо. Хорошо. Ну, издалека, чтобы морщины. Кинооператор. А он даже рукой закрылся, он спрятался. Да, морщин нет никаких. Вкусно. Очень все хорошо выглядите, нормально. Да, вкусно. Да, вот. Птицу. Какая птица? Страус или какая птица? Или птица-утка? Птица страус или птица-утка? Там кричит. Видите? Гусь. А что вы смотрите? Это интересно по телевидению-то сейчас. Я даже думаю, что же это смотрит. Как его назвать-то? Да. Ну-ка сейчас посмотрим, что мы смотрим здесь. Вот она, смотрим, что. Вот там птица какая-то. Вот там какая-то. Жаль, но там с одной стороны все развалилось, а с другой стороны. Да. Ну да, у нас как удачно. Да. Какой-то друг хотел. Да.
нравится. Конечно, Николь, я же попробую. Я тоже так думаю, да. Ну вот такая компашка сидит. Так, подождите, Ленечка, сними еще Сашу, а? Давай. Сниму. Так вот сейчас уже. Саш, заканчивай. У нас заместитель оператора только Леночка, да? Пока да, Андоша еще пока не очень. Ну ничего. Ну он просто как не снимал, я не видел, как он снимает, поэтому я не знаю. Не знаю как. Потом попробуй. Он не снимал никогда. Угу. Леня, как-то много мы с ним просто снимали. Да, можно долго делать. Давай, скажи. Вот. Вот, начинать можно уже, да? Собрались все братики с сестренками. Маленькие с большими, а большие с маленькими, да? Вот, братики. Все, что говорите, это так оно и будет. Давно не виделись, да, уже. Молодцы. Да. Да. И маленькие вот эти вот. Мишка, грибочки. Да, там интересно, посмотрим, есть о чем почитать. Зовут. Так, за год поясните, тогда, я никак не могу разобраться в родственных отношениях, там тетя Вера, да. Ну, объясните тогда. Там голос сейчас непонятный какой идет, да, а там голос и будет сопровождением, да. Тетя Вера, объясните, а потом будет спрашивать, а что такое тетя Вера? Почему ее здесь нету? А, вот так, понятно, да. А то я же не знаю, поэтому, чтобы было. Да не знаю, я знаю все, зачем, знаю я там, да. Вы неправильно говорите. Я потом приеду, и что мне сказать? Я больше не смотрю. Правило такое, что никогда в камеру не смотрит. Да, ну, это а здесь, когда прямо, вот тут я смотрю, вот смотрит прямо в камеру. Да, надо есть, да, это же самое. Ну, как, кстати, сейчас я смотрю вот, по-новому, как те новые есть какие, ну, именно вот как за глаза снимают, есть очень, очень часто вот такие вещи. Как-то стало меняться правило, что ли, я не знаю. Не знаю, не коммерческие или как-то. Не, ну есть перед ним планы, когда действительно смотрим. Ленечка, заканчивай. Нормально, хорошо. Да, снимай. Нормально снимает. А какая малога стала, ребята? Это же ужас, как она заросла. Да. А? Да. Как жалко, ведь она такая широкая была. Я понимаю, конечно, мы маленькие были. Не зря деревья были большими. Но все равно она действительно широкая была. Я приехала вот. 4 года, наверное, назад. Mm-hmm. Утром шла. У меня сердце останавливается. А то все такое маленькое, все такое родное. Mm-hmm. И все такое, да. Вот, ну вот прямо до слез. Я не могла вот так останавливаться. А Люся Андреева там живет? Да. 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 Нет, она как живет там? Она приезжала. Mm-hmm. Я летом была в августе. Она в Тюльшову приезжает. В Череповце она живет. Она к маме приезжает. Мама. Все там же живет, да? Я ее помню. Люся мне больше всех нравилась. Она очень, во-первых, она очень приятная. Во-вторых, вообще, ну вот самая такая. Ну я, правда, ее и знала, наверное, одну. Захожу я утром к ним домой. Стучу, захожу. Мир, выходит, да. Выходит, да. Тетя Шура. Кто это? Тетя Шура, это я. Кто я-то, кто пришел? Тетя Шура, это я, Нина. А, Нина из этого. У них двоюродная сестра. Я говорю, да нет, Нина Иванова. Ой, Нинушка, Люда, да Нинушка приехала. Люся встает с просонья, тоже не понимает, что это. Смотрит и говорит, Нина. Вот так я думаю, что-то не случилось. Пока ее смутила химия, накопанная начесанного копна, она говорит, господи, боже, у нас такой копной волос, я тебе даже не могла представить. И когда я только вот так вот засмеялась, я же по привычке рот не закрывала всегда, она говорит, боже мой, да это вот какая Нина. Смотри, конечно, она тут выбежала сразу, тут внимание, слезы и все. Если бы вот не этот жест, я бы тебя даже в первый момент и не узнала с просонья. Ну потому что не представляешь. Она не ожидала. Она тебя, во-первых, не ожидала, это самое главное. Ленчик, заканчивай. Спасибо. Леня.